Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова Dead Cells, и вышел апдейт, который почему-то поменял мне язык на русский. Ну ок, пусть будет пока что, не знаю. А также, да, здесь можно было бы давно-давно поменять то, какая еда дропается, но это, по-моему, ни на что особо не влияет, кроме того, какая она визуально. А, но да, еще один апдейт бета, добавили новую локацию, поменяли что-то еще, посмотрим. Я начну заново, с первой локации. Ну, заново с нового рана, в смысле, а не совсем заново, не с нуля. Посмотрим. Посмотрим. Денег у меня хватает. А, кровавый меч сойдет. Пехотный лук сойдет. Щит не сойдет, ну и хрен с ним. Ладно, посмотрим, что изменилось, что за новая локация, как в нее попасть. И что с этим всем делать. И также нужно вспомнить, как играть, потому что я играл в прошлый раз дня 4 назад. Копье, наверное, лучше, чем меч. Эта дверь все еще не открывается. Ладно. Посмотрим, что поменялось. Говорят, новая локация сложная. И говорят... Ассуари, или как там называлось, в общем... Сложная локация после первого уровня. Она теперь, во-первых, по сути, после второго уровня. Во-вторых, она теперь сложнее. Или что-то подобное. Ну, не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Я не знаю, как попасть на новую локацию. Откуда она вообще? С первой, там, со второй, с пятнадцатой. Ау. Или откуда-то еще. Но, наверное, найдем. И, наверное, Firebrand — это хорошо. Хотя пехотный лук — это тоже хорошо. Окей. Пока что неплохой старт. В плане предметов. Все не апгрейженное, конечно, но... Что поделать? Рапира с двойным уроном. Ха. Я слышал, что рапиру понерфили в том плане, что у нее теперь меньше... Окно критов. То есть по времени. Раньше после переката там было, допустим, секунда. Сейчас меньше секунды или что-то подобное. А, но... В любом случае, мне рапира и так не очень нравилась. Так что я ее все еще не беру. Возможно, зря. Окей, дверь открыта. Мобы убиты. По крайней мере, некоторые из них. Тут секретка. С деньгами. И тут выход в променад. Окей. Туда мне, наверное, не нужно пока что. Пока что. Зато мне нужно в магазин. Я повышу себе силу, наверное. У меня нет пока что. Хотя не, я повышу себе здоровье. А, но сила была бы тоже вариантом, потому что навыков у меня никаких нет. Крит, если меня только что ранили. Кровавый меч. Бросает гранату. А, не знаю даже. Наверное, я оставлю то, что у меня. И, наверное, мне нужно использовать телепорт. В общем, променад — это вряд ли то, куда мне нужно идти. Но, с другой стороны, я понятия не имею, как попасть в новую локацию. Так что, может быть, она с променада, но вообще, по большей части, они... как бы, из любой локации можно в любую локацию попасть, так что... Какая разница? Ну, пойду сюда, смотреть, что здесь происходит. Амулет здесь происходит. Бомба при перекате. Ну, это хрень, но это лучше, чем ничего. Крематорий. Это такой перевод или это такая новая локация? Потому что ассуарий и крематорий — это разные вещи. Или его просто переименовали. Ладно, я не уверен, что мне прокачивать. Но у меня, с другой стороны, клеток нифига нет, так что... Прокачивать рандом какой-нибудь. Типа, не знаю, факела. Неважно. Жизнь не нужна. И поехали сюда. В
Ну, локация та же самая, то есть либо действительно перевод неправильный, либо название локации просто поменяли. Такое, конечно, тоже возможно. Дамага мне явно не хватает. Надо было все-таки дамаг брать, когда был вариант это сделать. Но с другой стороны, у меня есть вот этот чиз, который как-то работает. Ау, не вовремя я забрался. Совсем не вовремя. Окей. А, ну ладно. Допустим. Наверное, не стоит без дамага туда все-таки ходить. В данном случае лук охотника так себе. Слишком медленный. Меч этот тоже, в принципе, так себе. Слишком не помогает. О, стоп, если пригнуться, то этот чувак через меня перепрыгивает? Или мне повезло? Надо проверить. Ну, копье. Снова. Конечно, оно все еще первого уровня. Так что оно все еще так себе. Чувак, прыгай. Да, он перепрыгивает, если прыгнуться. Это делает их значительно проще. Не знаю, почему я раньше этого не знал и не пробовал. Но это очень даже хорошо. Это выход сразу, окей. Я бы все-таки хотел найти либо какую-нибудь гранату хорошую и плюс к скиллам, либо плюс к оружию в силе и пойти в эссуарий. Тут телепорт есть? Взаимодействовать? А, нет, с этим. Ладно. Эта решетка так странно освещается от активации телепорта. Что я подумал, что может быть с ней можно взаимодействовать как-то. Злобный меч один. Не уверен. Не уверен, что это то, что я хочу. Так что подбирать пока что не буду. И в магазине... Ну, в магазине есть какие-то гранаты. Амулет, который кидает бомбу при перекате, не очень хорошо. Гранаты по отравленной цели. Обездвиживающие гранаты. Бродсворд с лайфличем. Ледяной лук. Как-то не супер. Но с другой стороны, если я ничего кроме этого повышения скиллов не найду за этот уровень, то, видимо, мне придется купить обычные гранаты. Окей. Я найду повышение еще чего-то. И пока что я его не буду трогать. Хотя, с другой стороны, можно, наверное, его сразу взять. Это слишком близко. Ау, нет, и приседать, конечно, помогает, но не на любых расстояниях. Лечение полезно, но не очень нужно в данный момент. И это выход, тоже полезно, но не очень нужно в данный момент. И внизу больше ничего не было. Зачем я пешком назад иду? Хрен его знает, просто так, потому что я могу. Так, где там было повышение статов? Слева. И это единственное, что есть на этом уровне. Так что, видимо, все-таки... Я сделаю хитрость. Я все-таки куплю обычную гранату.
Я возьму еще одно повышение навыка, вместо того, чтобы взять повышение... повышение силы. Или здоровья. И с навыком 2 можно уже и высваривать. Наверное. Можно попытаться в усварий пойти. Видимо, это все-таки будет ран с гранатами. Тогда можно, наверное, и вторую купить. Хотя не, не буду. Она низкого левого. Так что не буду. Зато можно купить сердце. И это немножко более хороший вариант, возможно. Видимо, они понерфили амулеты в том плане, что они теперь реже попадаются со снижением урона. Я понятия не имею, что мне повышать. Кидать поинты дальше в обычную гранату? Видимо, да. Ну, с тройкой в навыке и с гранатами здесь должно быть немножко полегче. Хотя она не ваншотит. Я ненавижу эту хрень. Да, как-то она совсем не ваншотит. Зато меня все ваншотит. Можно хотя бы так пытаться что-то сделать. О, нет. Давай, катись сюда. Отлично. Ау. Я пытался просто развернуться. Сойдет. Возможно, все-таки навыки это не самый лучший вариант. Что-то мне подсказывает, куда это приведет. К трэшевому щиту. Нет. Трэшевый щит — это не то, что мне нужно. Ну ладно, я попробую стакать еще больше навыков, не знаю. И возьму ледяную волну, потому что все равно копьем я ничего не дамажу. Это, естественно, давно закрыто. Это выход. Черный мост. То есть к боссу сразу? Ха. Интересно. Граната. Что ты делаешь? Боссу сразу я не хочу. Я хочу на новую локацию. Хотя я не знаю, где она. Может быть, она после босса? Упс. Ау, дальность. Ну, это, конечно, работает. Но не так хорошо, как хотелось бы. Баф тоже не очень помогает.
Или я бы даже сказал, совсем не помогает. Потолочная турель с этой хреновиной в мелкой комнате. Пожалуй, откажусь. Звучит как ужасный план. Типа я туда телепортируюсь, и меня мгновенно убьет. Всегда мечтал. Окей. Я не уверен, почему у меня урон лука вырос, потому что раньше я эти хреновины не убивал с двух. Даже критами. Даже с трех не убивал. Но не буду спорить. Зато буду спамить гранату, видимо, до бесконечности. И не буду забираться туда. Окей. Зачем? Еще и плюс к силе, который абсолютно бесполезен, учитывая, сколько у меня статов и сколько у меня силы. Точнее, сколько у меня навыков и сколько у меня силы. Туда вниз нельзя пойти, можно пойти направо. И тут тоже ничего хорошего. И это весь уровень? Или я чего-то не понимаю? Там повышение силы и что-то еще за дверью на время. Нет, это не весь уровень. Тут можно было направо пойти. Или нет. Или это слева еще можно было куда-то вверх пойти. Вверх и влево. А, и вправо? А, нет, здесь элитник. Это не нужно. Что здесь? Здесь страшная хрень. Наверное, это тоже не очень нужно. Эту хреновину можно заморозить. По-моему, раньше нельзя было. Или что-то с ней нельзя было сделать. Ну ладно. Но, видимо, тут тоже ничего особенно полезного. А, секретка. Не очень полезная. Но секретка. И повышение силы тоже не очень полезно. Но повышение силы. И торговец. С оружием. Двойной урон, плюс к здоровью. На щите. Может быть. Угу. Наверное, нет, за 10 тысяч нет, за 10 тысяч я не буду покупать щит. Дорого. Цены подняли, видимо. Потому что раньше такие дорогие вещи не продавались. По крайней мере, на этом уровне. Ну или вообще не продавались. То есть там все стоило 1000 по 3 вроде бы. Заморозка. Какого хрена? С другой стороны, по-моему, раньше и камни по 4000 золота тут не падали. Так что может быть все окей? Упс, падай сюда, не окей. А! Как мне отсюда выбраться? Ок. Ну, там ничего нет. Зато здесь есть какая-то забытая гробница, в которую каким-то образом можно отсюда попасть.
Так что, видимо, нужно искать каким. Ну, видимо, гранатами я теперь не играю не только потому, что они меня убивают, но и потому, что они врагов не убивают. Это, наверное, хороший повод не играть гранатами. А, его заморозило все-таки? А, его заморозило и сразу же оттаял, потому что блин. Логично. Потому что реально, у меня навык 4. И мне нужно 3 гранаты на противника на втором уровне. Как-то бессмысленно. Учитывая кулдаун. Хотя, с другой стороны, это первая граната. То есть самого низкого тира. Но все равно, как бы... Я ожидал немножко большего. Потому что милишным оружием первого тира мне нужно будет примерно столько же. Атак на противника. Как бесит эти хреновины. Но при этом у милишного оружия нет кулдауна. Так что им можно спамить. В отличие от гранат. Ну, окей. Я оказался правее, чем надо. Я пытался приземлиться на лестницу, как бы. То есть приземлиться так, чтобы начать спускаться вниз. Но я был... Мне моб помешал. И сдвинул меня. И поэтому, когда я нажал вниз, я просто присел. Ну, привет, веселье. Двенадцать клеток. Шикарно. Опс, нет, это не то, куда я хотел кинуть, но ладно. У факела и Firebrand of Art похож. Слегка. А. Зажигать лампы? Что если не зажигать лампы? Не ясно. Так. Это не очень хорошо. Это вообще не хорошо. Это тоже не очень хорошо. И это не очень хорошо. А вот это неплохо. Минус 30% урона. Так что здесь со светом? Вокруг меня свет уменьшается. И потом он начинает меня дамажить. Понятно. Нет. 31 клетку за столько денег я не хочу покупать. Я буду все-таки считать, что это не клетки стали реже. А это я криворукий и слишком мало врагов убил. Потому что я реально слишком мало врагов убил на том уровне. Это закрыто. Это какие-то новые враги. Это лампа. Окей. Это Бэтмен. Окей, новые враги телепортятся. Чувак, ты не элитный враг. Хватит. Видимо, телепортится, когда мало хп. Возможно.
Ну ладно. Зачем это? Не ясно. Ау. Так, свет. Окей. Свет есть. Интересная локация. Но, наверное, стоит сюда приходить с более человеческим билдом. То есть там в оружие, немножко больше жизни, немножко больше статов, немножко больше всего. А где был свет? Вот был свет. Сойдет. Преследователь? Что? А, это... Эти враги так называются, понятно. Я не думаю, что я хочу связываться с элитом. Я не думаю, что я это все переживу. Да, явно. Элитные враги — это нехорошо. Ладно. Еще разок, но на этот раз я попробую как-нибудь более по-человечески это все пройти. И с билдом в оружие. И как раз с хорошим оружием. И с не очень хорошим щитом, но... Со щитом. Ну, правда, хорошее оружие на старте не имеет значения, потому что оно первого левого. И без статов. Так что я его, скорее всего, заменю на какое-нибудь другое оружие довольно быстро. Ну, для первого уровня оно имеет значение. Окей. Это не нужно. Пилы сверху не нужны. Нужна сила. Много силы. Окей. По идее, этот чардж считается блоком. Но на самом деле, хрен его знает. Здоровье это классно, факел это не очень классно. Но он тоже первого уровня, так что мне все равно. Я, наверное, пойду не в Оссуарий. Рапира 2. С большим уроном критов. Кунай. Отравляет жертву. Я думаю, я возьму ледяную гранату. Я думаю, я все-таки возьму рапиру. Потому что у нее чуть-чуть меньше ДПС просто так, но у нее есть криты. И я, может быть, могу что-то с этим сделать. И думаю, я направляюсь в сторону канализации. Но сначала... Сначала я направляюсь в сторону остатка этого уровня, потому что найти предметы не помешает. Также надо, возможно, слегка спешить. Потому что... Потому что, видимо, там теперь спавнится за дверью на время. Это хрень, которая там спавнится. Силы и прочие подобные статы. Так что я бы хотел открыть дверь на время на втором уровне. И, в принципе, у меня пока что еще 1,5 минуты на это. Меньше. Минута 20, если там ничего не поменялось. Минута 18. Я не знаю. Банан. Потому что я могу. Это не нужно. Это нужно. Окей, канализация. Посмотрим, что тут поменялось и что вообще происходит. А, скорпионы здесь происходят, я забыл про них. Про то, что я пытаюсь идти вперед, а там скорпион. И он не дает мне идти вперед. Как насчет критовать все-таки?
Ясно. Ну, да, критую теперь один раз всего лишь. Раньше можно было несколько. Ну, с другой стороны, возможно, это заслуженный нерв. Не знаю. Мне и так не нравится. То есть даже когда она критовала несколько раз, мне это оружие не очень нравилось. Оно было бы лучше, наверное, если бы перекат просто... Ага, как-то здоровье на максимуме больше урона. А если бы перекат просто, по сути, давал заряд крита. То есть я перекатился, и следующий мой удар будет критом. Неважно, сразу после переката или там через 10 минут. Тогда было бы намного больше смысла в этой рапире. Ну, естественно, это не стакающийся эффект. То есть понятно, что... Если бы можно было там наперекатываться 20 раз и получить безумную прибавку урона, то это плохо. Ага. Теперь туда можно и отсюда. Ну и двери я, естественно, не открыл. Потому что не нашел. Потому что эти двери кривые. О, бродсорд. Скорпион, иди нафиг. Ты не вовремя. Один процент хп. Не, это не то. Также да, перекаты тут такие странные, что рапира из-за этого не очень хороша, потому что я иногда перекатываюсь сквозь противника и оказываюсь в 5 метрах от него и не достаю до него после этого. И куда мне девать открыто? Или вот так вот около обрыва перекатываюсь и взлетаю, потому что я не знаю почему-то. Ау. Это все очень сильно портит рапиру. Да, я видел там секретку. Так, проще. Окей. Бэтмен. Окей, яд. Куда это? В тюремные глубины. Хм. Наверное, нет. О, еще плюс сила. Теперь мне нужно всего лишь найти хорошее оружие, потому что рапира им не особенно является. ДПС меньше, но дальность и скорость и все такое. То есть вполне возможно. И не нужно извращаться с перекатами. Нет, сундук. Я не согласен. А, нет. Удвоенный получаемый урон — это нехорошо. Это нехорошо. Плюс один к здоровью — это хорошо. И минус 15% урона — это тоже хорошо. Рип деньги. У кнута все-таки маловато урона. Его надо скорее на вторичку. Так что, видимо, я возвращаюсь за рапирой. Но я могу и то, и другое использовать. Щит не так уж нужен.
Он, конечно, дает айфреймы после получения урона. Это хорошо. Но это не так критично. Тюремная крыша. Как-то оно снизу. По-моему, крыша должна быть верхним выходом из этой локации. Или... Не, банан нет. Банан удваивает получаемый урон. Я бы его взял с радостью вместо рапира. Он мне нравится больше. Но не с модификатором получаемого урона. Так, и поменять местами. Окей. Где я еще не был? Справа сверху, но там просто выход в другую канализацию должен быть, по идее. Так что везде я, по сути, был. Ну, слева вначале, там вряд ли тоже что-то хорошее есть. Поехали в эссуарий. 4 силы, 4 здоровья. Это уже намного более хороший вариант для этой локации. Невидимо так. Невидимо, не знаю, так. На следующее видео я поменяю обратно язык на английский. Хотя бы, чтобы посмотреть, поменяли ли название, или это именно что проблема перевода. Ну, тут бонус по горящим был, да. Проблема в том, что у этих горящих по мне неплохой бонус тоже. Потому что это странный рыцарь, который бьет на километр. Ну, рапира 4. Окей. Это лучше немножко. Немножко. Ладно. Это что, выход уже? Да, но не тот. Совсем не тот. И все же я предпочел какое-нибудь другое оружие. Рапира, это, конечно, нормально. Но мне она не нравится. Окей. Да, по горящим хорошо дамажит. Но это по горящим. Ладно. Бонус к навыкам мне не очень нужен. Но я его возьму все равно, потому что что мне еще с ним делать? Оставлять здесь, что ли? Еще бонус к навыкам. Ног. В сочетании с турелью или еще чем-то таким. Вроде неплохо работает кнут. Окей. Ну, это если мне есть чем поджечь. Турелью поджигать не всегда получается, потому что у нее кулдаун. Кунай. Даже не знаю. Пока что нет. Но если я вдруг найду себе какой-нибудь там меч садиста,
Или еще что-то, что хорошо сочетается с кунаями. Да почему эти с вами такие дамаговые? Безумие. Они выглядят так, как будто они должны там по единичке дамажить, а не по миллиону. Хотя, с другой стороны, вот эта хрень выглядит так, как будто она вообще не должна дамажить, потому что это какой-то камень. Окей, шикарно, зомби откинул меня на мечника. Просто идеально. Ненавижу врагов на этой локации. Ладно, последний ран на сегодня. Я не буду брать рапиру, даже если мне она будет дропаться там с офигенными статами и 15 этих рапир за весь ран. Если я буду бегать до конца рана с этим бананом первого левела, я все равно не буду подбирать рапиры. Потому что она мне не нравится совершенно. Щит этот я тоже, скорее всего, не буду подбирать. Исключение это если он дает что-нибудь типа плюс один силы, но он ни хрена не дает, потому что это первый уровень. Я бы вообще предпочел что-нибудь, что способно станить врагов иногда хотя бы. Из оружия. Но, видимо, нет. Кинжал убийцы. Еще и первого уровня, правильно. Наверное, так. У него те же проблемы, что и у рапира. Только еще хуже, потому что нужно не просто перекатиться, а нужно перекатиться за спину противнику. И в большинстве случаев я либо перекатываюсь и оказываюсь прямо перед ним, потому что он отпрыгнул назад, либо я перекатываюсь и оказываюсь в 15 метрах за него, потому что перекат иногда прокидывает меня на 15 метров, если я сквозь противника перекатываюсь. Да. И да. И да. Рип, деньги. Теперь я хотя бы могу что-то делать. Прям станить. Или, например, враги могут разворачиваться, пока я замахиваюсь. И блочит меня. Шикарно. Баф теперь без анимации? Вот что это было с этим перекатом? Типа перекатываешься сквозь противника и останавливаешься в нем. Потому что логика. Да, баф теперь без анимации, и это шикарно. Анимация была единственной плохой вещью в этом бафе. О, импейлер. Это тоже классно. И теперь мне будут очень массово дропаться повышалки навыка, и не будут дропаться вот такие вот хреновенные повышения силы. Я уверен. Амулет у меня уже есть какой-то. Это выход. Это сердце. Не то. Так, большой лук охотника. Да, это все вроде бы не нужно. Так что сюда. У
Ну, у меня базовая жизнь. Но у меня куча урона. И у меня реально куча урона, потому что баф и 3 единички урона — это довольно неплохо. И оружие у меня к тому же хорошее. Посмотрим. Может быть, это ран, который сможет дойти до склепа, или как он там называлась? Гробница. Упс, нехорошо. Ну, что поделать? Что поделать? Наверное, надо начинать с молотка, он встанет. И потом копьем добивать. Или, стоп, почему ДПС выше? У копья. То есть, действительно, молоток для стана, копье для добивания. У меня получалось ударить молотком один раз, а не два. Было бы немножко лучше. Окей. Упс. Да подбирайся уже. Как-то слишком близко к стене должен быть противник для того, чтобы его крикнуло. Ну ладно, неважно. Или там поменяли что-то. Нет, если цель у стены. Видимо, у стены это реально вплотную касается стены. Это делает этот бонус значительно менее полезным, но, блин... Это копье само по себе дамаговое. И быстрое, и удобное. Так что пофиг. Какой там бонус вообще? Мне нужно больше, ну хотя... Нет, мне нужно больше силы. Кому нужно здоровье? Меня все равно ваншотят. Даже если у меня там 4 здоровья, меня убивают с 2 попаданий в Асуарии. И с единичкой здоровья меня тоже будут убивать с 2, потому что меня, по-моему, не могут ваншотнуть больше, чем с какого-то количества хп. Я остаюсь с одним. Еще один выход, правильно? Нет? Нет? Упс, удивительно. Что я там дамажу? Около стены. Ясно. У молотка ниже ДПС? Но у него большой урон за удар. То есть против некоторых врагов он из-за этого эффективнее. Сойдет. Элитный зомби. Сраный Бэтмен, зачем ты существуешь? Минус 10 урона. У меня тоже минус 10 урона, но здесь тройной прыжок. Окей. Ненавижу Бэтменов. Еще много чего есть. Должно быть. Не знаю, есть ли, но должно быть.
Например, бэтмены, которые взрываются и двигают меня так, что я их не могу задамажить перед тем, как они взрываются. Всегда мечтал. Окей. Туда и вниз, а потом еще там справа что-то. Магазин, по-моему, судя по карте, я все еще не выучил, что на карте как отмечается. Но вроде бы красный это магазин. Что там? Щит. Неинтересно. Не, надо ходить через променад. Там нет таких доставочных врагов, как здесь. Потому что тут постоянно Бэтмены, камикадзе, скорпионы, которые перед тобой вылезают из-под земли из ниоткуда, когда не смотришь вообще на своего персонажа. И не дают пройти и дамажат. Черви, которые взрываются. Окей, все, вся локация. Нет, не вся локация, потому что там справа еще что-то. И магазин опять же. Окей. Тут ничего хорошего. Там тоже ничего хорошего? Видимо, да. Тут трэшевый факел, трэшевый меч, арбалет с плюс один к навыкам, я не знаю зачем, кнут, просто плюс один к навыкам, я не знаю зачем, я не буду даже, ну хотя, ладно, я куплю, но оно мне ничего не дает, баф не стелится от навыков, насколько я знаю. Тюремные крыши, сколько выходов из этой локации? 4, 5, 16? Наверное, нет. Ну и вроде бы это уже вся локация. Там кусок какой-то. Ладно, схожу туда. Посмотрю, что за кусок неисследованный. Да, молоток с бафом, это хорошо. Ну ничего, ничего, естественно, здесь хорошего. Кроме лучников, каких-то очень быстрых. Окей, теперь можно и сваливать. Стоп, кластерная граната 4. Ладно. Пусть будет. Будет. Сойдет. Остаток, я не знаю. Не знаю куда. В банан, потому что я могу. Посмотрим, как теперь здесь живется. Так же хреново? Нет, теперь я могу станить рыцарей. Если успею их ударить правильным оружием.
Как насчет урона нанести? Норм. И норм. Куда ты? Ладно, он сгорел. Ау. Неправильно ударил. С другой стороны, какая разница? Окей. Найти бы какую пушку, чтобы бонус по застаненным был. Это было бы полезно. По крайней мере, это была бы комбо хорошая. Потому что сейчас этот молот, он, конечно, неплох. Но у него нет какой-то комбы, которая делала бы его совсем крутым. Опс. Хотя... молот плюс бродсворд. Комбо безумно медленного, безумно дамагового оружия. Ну, теперь я хочу найти бродсворд тогда. И это явно не он. Ну, окей. О, торговец плюс здоровье, да. Амулет, скорее всего, нет. В любом случае, нет, потому что, да, он хороший, плюс, плюс 30% дефенса, минус 30% урона, какая разница. Но денег у меня нет на него. Увы. Может, я еще вернусь. Если найду секретку с деньгами где-нибудь. Или что-то подобное. Нет, это не секретка с деньгами. Надо баф, конечно, иногда применять. Ау. Но зато я отхиливаюсь довольно быстро под бафом. Ау. Хитбоксы зачем? Хитбоксы зачем-то. Статы. Еще сила. Потому что я могу. Турель плюс один к силе. Да. Да. Обязательно. Не сюда. Сюда. Навыки немножко не то. Заморозка тоже немножко не то. А какие же они дамаговые?
Окей. Это будет долго, но подходить к этой хрени я отказываюсь. Окей. Эффективно. Это тоже эффективно. Ок. Ау, он был спиной ко мне. Не совсем понятно, когда они встанут. В таком вот. Куда они повернуты и что вообще происходит, и с какой стороны их нужно бить. Идеально, наверное, было бы, если бы, когда они встали, их можно было бы бить с любой стороны. Окей. Не понял, что это было вообще. Ну ладно. Справа сверху. Мобы. А, и эта хрень, и тупик. Так что мне явно не туда. Зато вот это норм. И где я еще не был? Много где вообще. Сначала пойду вниз. Я держал вправо, когда перекатывался. Что за фигня? Нет. Ок. Станет ее получается. Тогда вообще все халявно. Окей, Саник. Окей, Саник. Да я не хочу наверх забираться. Лови. Покачивайте. Покачивайте. Ок. Это зачистил. И это было абсолютно бесполезно, потому что в этих комнатах все еще ничего хорошего не спавнится. Вверх. Как вариант, вверх. Тут есть секретный уровень, с которым я, может быть, даже смогу что-то сделать. Тут есть телепорт куда-то. Сюда. Да сраная хрень. Ненавижу. Ладно. 2.30. Вау. Черт. Слишком быстро взрывается. Я ожидал, что оно чуть-чуть больше времени займет. И это элитный враг, с которым я вообще не хочу связываться. С текущими моими статами. Особенно здоровьем и количеством бутылок. Почему не плюс к силе? Это было бы полезно. Наверное, поэтому. Наверное, потому что это было бы полезно. Как вообще можно так спавнить предметы с полезными статами? Окей, пока.
Окей. Сраная хрень, как я ее ненавижу. Вот почему она стоит на этом этаже, но вообще видит меня на нижнем. Сойдет. Еще что-нибудь, где я не был? Снизу. Много где снизу. Огромные уровни. Нет, не здесь. А наверху там тупик, я уверен. Так. Почему, когда я забираюсь по платформе вот так вот вверх, это не считается резетом моего тройного прыжка? То есть я забираюсь по платформе, и после этого я пытаюсь еще раз прыгнуть, но прыгаю всего лишь один раз, потому что у меня всего лишь один прыжок остался от трех. Что с безумие? Из-за этого я подпрыгиваю на месте, как идиот, и все. Не могу никуда забраться. Окей. Так, ну... Не знаю, видимо так. Окей. Неплохо, конечно. 26 000. Плюс к здоровью, не то. Плюс к силе. Это у меня и так уже есть. Да. Окей, видимо, здоровье. Не помешает, конечно, но с другой стороны, 200 здоровья — это все еще очень мало для этого уровня. Вот поэтому. Окей, ламп нашел. С балансом что-то в этой игре вообще не то, по-моему. В том плане, что все наносит слишком много урона. Даже если качать здоровье, даже если качать только здоровье, все равно меня на этом уровне будут убивать, там, не знаю, с трех ударов, а не с двух. Может быть, с четырех. Но я тогда никого не смогу убить. В этом плане вот мне не нравится, что они с патчами делают. В первых версиях, ну, не знаю, вообще, в первых версиях я далеко не заходил. Но там вроде бы немножко лучше ситуация была. А сейчас на, там, каком-нибудь третьем уровне уже меня, по сути, все сносит с двух ударов. Независимо от того, качаю я здоровье или не качаю. То есть я не вижу смысла качать здоровье, потому что у меня единичка здоровья меня убивает с двух ударов, потому что ваншотов не бывает. Что у меня, там, 5 здоровья меня все равно убивают с двух ударов, потому что там все наносит по 400 урона. А 5 здоровья — это, там, не знаю, 600 хп, может быть, если повезет. Ну, видимо, мне нужен щит обязательно, потому что такие вот комбы. Ну и, видимо, мне нужно, я не знаю, качать только здоровье, тогда я не смогу никого убивать. Не уверен. Ладно, надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.